Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Нашел две квартиры пустые и одну квартиру под ключ. В одном проекте, который находится на расстоянии от моря 280 метров максимум. Я снимаю сейчас с 9 этажа этого проекта. Вот такой вид на море и на соседнее здание. Также есть вид на горы. Такой вот большой просторный балкон. Можно застеклить. Здесь у нас гостиная комната почти с отдельной кухней. Можно отделить, а можно так и оставить. Здесь 125 квадратных метров вся квартира. Вот такой вид прямо с гостиной комнаты. Тут никто не жил. Нужно купить мебель и обставить полностью. Так, здесь еще один балкон. Тут у нас строится два проекта из двух блоков. В этой стороне будет бассейн. Высокие этажи будут, где-то 12 этажей. Айдемир Construction, у меня есть прайс-лист, если вам интересно. Проект там тоже высокие цены. Так, вот такой вид с этого этажа. Здесь у нас спальня. Здесь прихожая вот такая просторная. Первый санузел с джакузи. Стоит бойлер. Система комби накопительная. Так, и хозяйская спальня. Санузел. Наш третий балкон. Такой полукруглый. Тут есть у нас бассейн, генератор, просторный ухоженный сад. Айдат 230 лет. Цена этой квартиры 101 500 евро. Два лифта у нас. Закроем дверь. Снимаю сейчас вторую квартиру пустую. Тут цена более-менее приемлема. Там только из-за вида такая цена, скажем. Цена этой квартиры 88 тысяч евро. Вот такая просторная у нас прихожая. Давайте сразу гостиную комнату сниму. Тут одежда. Так, вот гостиная комната. Вид на горы. И на соседнее здание. Тут тоже самое, отдельная кухня. Балкон. Вот бассейн. Генератор. Зона пикника. Зонтики, шезлонги, тоже все есть. В той стороне у нас известный парк писателей Махмутлара. До Барбаросса здесь 100 метров расстояние. Здесь у нас просторный балкон. Также есть вид на море с этого балкона. Ага, здесь просторный балкон. Санузел с ванной. Это у нас спальня дополнительная. Вот. И хозяйская спальня.
Насчет цен. Мне говорят хозяева цену, и я снимаю ролик. Кто-то вдруг подумает, 100 тысяч, 101 тысяч, 500 евро скажет. Посмотрим. Так. Идемте в другую квартиру, которая под ключ. Она находится на третьем этаже этого проекта. Вот такой лифт. Спускаемся на, наверное, третий этаж. Вот такая квартира. Тут такая прихожая. Коричневый ламинат. Так. Такая прихожая. Идентично той квартире, которую я снял на верхнем этаже. Так. Здесь у нас вот хозяин как бы закрыл кухню, отделил от гостиной комнаты. Бытовая техника Бека. Посудомойка, стиральная машинка Vestel, то что есть, и холодильник Ariston. Также застеклил этот балкон. Вот такой вид. Это спальня. Так, здесь санузел. То же самое. Здесь спальня. И хозяйская спальня с балконом. Вот такой балкон. Видно за синее здание. И санузел, он здесь сделал душевую кабинку. Жилая площадь у этой квартиры 100 квадратных метров. Наверху то же самое, которое я снял, было 100 квадратных метров. А та, которая смотрела на море, там было 105 квадратных метров. Эти квартиры, которые находятся ближе в сторону гор, там на 5 квадратных метров меньше. Так, цена этой квартиры 78 тысяч евро. Третий этаж, как четвертый. Сторона здесь, северо-запад. Наверху тоже самое было. Самая первая квартира, которую я снял за 101 500 евро, она была юго-западная сторона. Все, с вами был Агаси из Солнечной Лани, район Махмутлар. Всем пока-пока.